Всероссийский конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» направлен на пропаганду здорового образа жизни. В Лесногородской школе были выставлены тематические плакаты, которые изготовили сами ребята. Эта акция, она будет проводиться у нас регулярно, постоянно. Мы будем ее проводить, мы будем рассказывать, что такое здоровый образ жизни. Мы все прекрасно понимаем, что здоровье – это самое главное, что есть у человека в этой жизни. Инициатором конкурса является Министерство внутренних дел. Поэтому вполне естественно, что в его проведении сотрудники полиции принимают самое непосредственное участие. С их пояснениями смысл плакатов становится гораздо доступнее. Человек, который начал пить героин, он живет не более 2 лет. Начиная от 3 месяцев до 2 лет, и они погибают. И он понимает, что он погибает и садится в тюрьму, чтобы там же что-нибудь, блядь, вот он себе продлевает жизнь. Теперь плакаты, написанные лесногородскими ребятами, начали жить своей жизнью. Им предстоит отправиться дальше, и кто знает, быть может, спасти кого-то от ошибки. Разрешите эти рисунки нам забрать для последующей передачи на конкурс, который будет дальше проходить в Главном управлении по Московской области. Участники конкурса «Спасем жизни вместе» не просто рисовали плакаты. Они переносили на них частичку своего внутреннего мира, в котором, естественно, нет места вредным привычкам. Для меня здоровый образ жизни – это здоровое питание, конечно, спорт, занятия спортом и отсутствие каких-либо зависимостей. Потому что здоровый человек, он свободный человек. Поддержку в проведении организаторам оказали представители общественного совета при управлении полиции и районной общественной палаты. Все должны знать, что жизнь у них одна, второй жизни никто не приделал. Вот, и поэтому нужно жить правильно и свое тело содержать в здоровом состоянии, заниматься спортом, учиться. Региональный этап конкурса продлится до 25 февраля, а победителей на всероссийском уровне определят к 1 июня.